Если велики проблемы, если трудности не счесть, то всегда, в любое время, в Слове Божьем выход есть. В нем находим утешение. Это радость, это честь из любого осложнения. В Слове Божьем выход есть. На Его святых страницах столько мудрости, чудес. Нужно с верою склониться. В Слове Божьем выход есть. Бог дарует ежедневно манну чистую с небес. Он всегда ответит верно. В Слове Божьем выход есть. И в любых своих скитаниях воспоешь хваленье песнь. Среди разочарований выход в Слове Божьем есть. Если тьма сгустилась снова, то сейчас, сегодня, здесь Бог осветит путь твой словом. Только в Слове выход есть. Аминь.